помещения квадратных метров. Есть у вас такие данные? Будет больше, но сколько метров? Просто данный проект на публичном слушании, когда рассматривался, автор, скажем так, защиты этого проекта, он озвучил цифру, по-моему, порядка 130 тысяч квадратных метров. Я к чему все это дело подвожу? Потому что, во-первых, это увеличение приведет к пополнению бюджета, если у жителей будет возможность увеличить свои участки, во-вторых, ну, как бы возможность это будет нормализовать те постройки, на которые, ну, скажем так, у кого-то, если есть нарушения. А, то есть были участки, где есть полисадники, уже существующие и отмежеванные участки, есть публичные кадастровые карты данные участки. То есть мы их показали в зоне Ж3, ранее они были в двух зонах, и Т3, то есть зона дороги и вот, коммуникации. Вот. И сейчас вывели, где возможно, то есть по нормам 4,5 метра от дороги, стала эта зона Ж3, для того, чтобы собственники могли по желанию выкупить данный участок и сделать перераспределение участка, то есть за плату выкупить вот этот, как в нынешний день, палисадник, но это будет у него потом в собственность. Да, у кого если участок не больше 1000 квадратных метров. То есть норма у нас максимум 1000 квадратных метров. Иван, ну подготовьтесь к совету тогда более точного увеличения. И примерно, можно же рассчитать примерно, если все участки выкупят, насколько бюджет будет пополнен. Хорошо.